Был я радостен без всякой причины, и в апреле расцветал словно пенья. Но сказала ты, что я не мужчина, не мужчина я, а просто растение. Я ушел домой лишь только под утро, и ее оставил я в положении. Но кого оставил, помню я смутно, то ли девочку, а то ли видение. Я буду прыгать, как горилла, по зеленым ветвям, как дрессировщик на спине у слона. Я задолбался наблюдать, не задолбалась ли она, чтоб наблюдать, не задолбался ли я. Она мне долбит, как реклама, по усталым мозгам, по 8000 раз в течение дня. Я собирался намекнуть, не собиралась ли она, чтоб намекнуть, а не убрался бы я.